Великая фея Мерцания лишила магии всех злых фей и спрятала их волшебные предметы в тайник. С той давней поры осталось пророчество. Когда оживет книга, рассыплется сон, полетят розовые шары и прольется солнечный свет, пять фей соберутся рядом с человеческой девочкой и явится избранная, которой откроется великая тайна. Потомки феи Мерцания следят за символами пророчества. В 18 лет наследная принцесса получает от матери королевы магификатор и наставление. Феерично! Толку от этих наставлений? Ну, книга, ну, сон. А замок пророчества как открыть? Ключ я так и не нашла. Ой, перцы, у нас есть ключ! Мне этот ключик все время снился. А вот и настоящий. Как интересненько. Сундук сказал, мы только один раз сможем. Сундук? А! Сказал? Фантик, вылезай немедленно. Фантик, ты должна рассказать, про что тебе говорил сундук. Что мы должны сделать? Пока вы нам все не расскажете, а ключ не найдется, это секрет. Так вот же он, ключик. И Терция все рассказала. Давай, Фантик, рассекречивай все секреты. Сундук сказал, что надо всем встать в программу. Кажется, я забыла немножечко. Напоминаю, надо встать на голограмму. Голограмму? Королевская разыскная служба. Ну все, королевский страж, это за мной. Королевская разыскная служба. Уполномоченный страж. Время покорно замедлить свой бег. Древние чары, развейтесь навек. Звезды, сияйте, стрелка, кружись. Силой своей талисман поделись. Длила Ангей Даглиан Ангели, Лундля Наглондела Донгдела Дли. Бука, что это? Но мерцание какое-то. Вы фея мерцания? Она же тысячу лет как... Да, юная принцесса. Я фея мерцания. Я явилась из пространства между мирами. Там я обрела дом много столетий назад. Вы сумели открыть замок пророчества, и поэтому я здесь. Терция, Дрема, Буковка, Бусинка, Фантик. Все в сборе. Вы не случайно оказались рядом. Только вместе, помогая друг другу, вы сможете двигаться дальше. Именно вам предстоит объединить свет и тьму и сотворить настоящее волшебство. Избранные вы все, но лишь когда вы вместе. Фетер, Психора, Ева, Роль Гордина, Церцилла и так далее. Высочайшим повелением короля Феерии вы задержаны по обвинению в хищении магического артефакта. Именем королевы Феерии остановитесь! Высочайшим повелением королевы Феерии, феи Терпсихори Еве, роль Гордини, Церцилии и так далее, надлежит продолжить педагогический процесс в данной школе. Это противоречит полученной мной инструкции номер... Все ранее полученные инструкции считаются неполученными. Я не уполномочен получать неполучение. Помимо высочайшего вышеуказанного, вам разрешено оставить при себе магический артефакт, известный как полуденный талисман. Ура! Терция, вы остаетесь с нами! Ура! Феник-кофеник. Ну и денек. Вы слышали, девочки? Нам предстоит сотворить настоящее волшебство.